смысл университетского образования, да, сформировать некий вот образ, воспитать гражданина, как сказал бы Платон. Есть те вопросы, на которые не может ответить ни наука, ни теология. Вот как раз вот этими вопросами должна заниматься философия. Что есть я? Что есть человек? На самом деле мы ведь до сих пор спорим. Тот же смысл жизни. Конечно, это наша прерогатива на самом деле. Не потому, что мы более умные. Мы умеем рассуждать по этому поводу. Это некая род специальная тренировка. Если вы хотите отказаться от этих вопросов, тогда фактически вы откажетесь от человека. Это пышная фраза, я терпеть их не могу на самом деле. Но это так и есть. На философском факультете учат рассуждать, учат мыслить, учит, что самое главное, рационально мыслить. Философия очень конкретная вещь. Это все иллюзия, что это абстракция, что можно нафантазировать, и ты будешь философом. Нужно очень точно знать, очень точно говорить, очень точно мыслить. Нужно обладать определенного рода синтетическим стилем мышления. И это, ну, вообще-то говоря, редкое качество. Мышление, которое скорее не анализирует, да, то есть детали разделяет, а пытается ухватить в целом. Большинство людей не успевают посмотреть на целое. Жизнь человека коротка. Наша магистратура философская в России была первой. Мы угадали тенденцию. Это то, что в магистратуру человек может поступать с любой специальностью. Первые годы в магистратуру примерно треть наших магистрантов – это были выпускники физфака. Я работал довольно долго в Институте ядерной физики. Мне интересы поменялись. Физика – она слишком простая. Гораздо сложнее устроено общество, гораздо сложнее устроен человек. Занимаясь искусственным интеллектом, я обнаружила, что нам не все рассказали на физфаке. Оказалось, что есть огромный пласт знаний, касающийся не материального мира, а мира мышления. И поэтому мне пришлось пойти поучиться на философский факультет в надежде, что через логику, через онтологию, через теорию познания я узнаю то, чего на физфаке нам не рассказывали. Заканчивая мехмат, я ощущал некий недостаток на гуманитарной части своего образования. Взять, почитать Платона, взять, почитать Аристотеля, в конце концов, узнать чего-нибудь о Канте и Ленине. Это было интересно. Естественно, без бакалавриата дальнейшее развитие факультета было немыслимо. Основной предмет, по которому мы набираем первокурсников, это обществознание. Если человеку интересно то, как развивается государство, то, как оно работает, то, наверное, у него есть склонность сделать следующий шаг. Вообще у меня студенты почти все, кого я знаю, они очень взрослые, серьезные люди. Я даже удивляюсь, как так наросло поколение 17-18-летних, которые, ну, мы такими не были. Мы были гораздо более балбесами. На каждой паре студенты подбрасывают что-то такое, что меня очень сильно продвигает. У нас взаимообмен идет. Некоторые студенты запальчиво пытаются оспорить преподавателей или на самом деле разрушить некого стереотипы. Вот такого рода публику как раз мы и хотим получить. Рациональность и научность – это вот наша визитная карточка нашего профессионального сообщества. Первое, что получают наши ребята – это фундаментальность, это связь с сибирским отделением, и это, конечно, высококвалифицированный большой состав преподавателей. Реально работающие исследователи, они преподают у нас. Куда может пойти работать наш выпускник?
Конечно, первый путь – это путь в науку и преподавание. Перспектива быть профессиональным философом есть. Здесь все возможности для того, чтобы выучить язык, публиковаться за границей, быть признанным философом в мировом сообществе. Все для этого есть. Наши студенты, выезжая на стажировки, так сказать, и в Соединенные Штаты в Америке, там, и в Польшу, так сказать, и в Европу. Закончив философский факультет, совершенно не обязательно становиться философом. Можно пойти в управление, можно пойти в предпринимательство, можно пойти в чиновники, в политики. Как уж себя там человек организует? Наши выпускники востребованы и работают уже сейчас в средствах массовой информации. Могут взять даже в фирму, которая разрабатывает какие-то физические прилады, просто гуманитария, потому что он умеет разговаривать. Они работают переводчиками между всеми. А на философском факультете этому учат очень хорошо. Я желаю вам относиться к выбранной специальности с душой. В конце концов, цель университетского образования – воспитание гражданина. Будьте достойны этой цели. Никогда не отчаиваться, сохранять спокойствие духа и веселое настроение. Философия – сложная наука. Ее с плохим настроением не пройдешь. Это будет увлекательное интеллектуальное приключение. За 4 года можно очень многое успеть. Но у нас факультет маленький, спешите.